Всем доброе утро. Клубничку замульчировали, закрыли ее тут соломой. Надо, правда, еще пролить ее сверху, потому что от ветров... У нас тут ветра сумасшедшие, все пересыхает сильно, в том числе контейнеры. Все тоже еще надо пролить. Все уже тут голубика стоит. Сюда еще сейчас поставлю тоже свои маточники. Так, хотела поделиться планами на следующий год. Что нам нужно сделать? Смотрите. Нужно разобрать полностью вот этот подиум. И получается, у нас увеличится контейнерная площадка вот на этот кусок, достаточно большой. И плюс вот это вот место, где туи, тоже все застелится агротканью. И, соответственно, все это будет занимать контейнерная площадка. То есть у нас там сейчас было 4 линии полива, добавится еще 4 здесь линии и, наверное, еще 2. И придется вот там где-то, где лежат мешки с торфом, выкапывать дополнительную скважину летнюю, потому что у нас сейчас постоянная скважина, зимний вариант, но она одна, все это не потянет, поэтому мы... думаем о том, что сделать летнюю скважину, чтобы она обеспечивала полив вот этой части. И та скважина будет обеспечивать полив той части. Так, что нам еще надо сделать? Расформировать эту клумбу, поскольку здесь тоже все пойдет застилаться агротканью. Ну и, соответственно, наверное, какая-то часть растений, может быть, даже вот в мягких контейнерах, встанет сюда. По маточникам там голубика, жимолость, те сорта, которые у меня вот здесь еще не высажены. Здесь у нас все остается как есть. Здесь меня все устраивает. Оно прям отработало на ура. Так, здесь так еще ничего не выкопали, никакие кусты. Ой, господи, здесь в планах, как я уже говорила, разобрать брусчатку, выкопать эти кусты, отсыпать все песком, застелить агротканью. Здесь будут стоять маточники ягодных. Здесь, кстати, тоже вот эта часть, видите, у нас, смотрите, какая она здесь тоже большая. Здесь мы тоже разберем часть вот здесь вот, где шкаф этот, да, там газовый баллон стоит. Вот отсыпем, опять же, гравием вот эту всю часть разберем, также все отсыпем, выровняем. И здесь все полностью от угла до угла будет застелено агротканью, потому что вот это место у нас все время такая брошенка. Компостную кучу, я не знаю, может быть, вот тут вот в углу организуем и будем перерабатывать. Вот это тоже исключить надо. Ну и как бы здесь тоже достаточно такое солнечное место, поэтому тут у нас септик, тут тоже. Ну и как раз здесь можно будет поставить маточники в мягких контейнерах. Просто их здесь поместится очень много. Тут у нас колоновидные яблони и карликовые груши. Это грядка временная. То есть вот эту часть тоже надо будет переделать. Это будет место для семьи, скажем так. Ну и вроде даже как бы все. Вот сюда хотим качели переставить. То есть тут как бы останется просто тоже такая. И вот здесь... тоже на самом деле, вот видите, у нас там было место как бы для отдыха, стояли качельки, и можно было бы там отдохнуть. Вот здесь хотим достроить открытую, вот у нас, видите, уголок есть, открытую такую террасу во всю длину, то есть чтобы по ней можно было вот выйти из дома, пройти вот так вот, и там в конце спуститься. И как раз на эту террасу поместятся спокойно и стульчики, столик, и качельки. И шторки можно будет красиво повесить. То есть, и в принципе, место здесь позволяет все рационально использовать. Поэтому, ну, смотрите, сколько места пропадает. И можно сделать вот эту вот как раз открытую террасу, повесить потом туда внутрь красивые такие кремовые шторы специальные, специального материала. И, в общем, как-то так. То есть, вот такие планы на следующий год.